Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Garden Life и Cozy Simulator. И убери эту штучку от родителей, мы не вредители. Что ж, у нас тут куча всего, и у меня много новостей для тебя. А теперь, бери покушать, приятного аппетита и просмотра. Поехали! А, во-первых, не берем пока эти штучки, как будто лагает уже от такого количества цветов, но да ладно. Мне в комментариях подсказали, огромнейшее спасибо, что они... Жасмин, который нам нужен, они цветут и плетутся по заборам. Это просто офигеть. Но, и я сюда тоже посадила те растения, которые тоже плетутся. И, скорее всего, это вот они, я думаю. Они типа как-то так неровно растут, я предполагаю, что это они. Поэтому пошли купим заборы, потому что у меня нет заборов. Пошли какие-то купим. Им надо пересадить. Нам надо пересадить, кстати. Мани-мани возьму свои, спасибо. Мани-мани взяли. Поехали. Привет, мне, дорогуша, нужно что-то, перегородка. Да, мне нужна перегородочка, но красивая. Не такие страшные, что-то покрасивее, пожалуйста. Вот эти штучки надо бы купить. Ага, и мне нужны перегородки. Походу, других нет. О, железная, слушай. У меня она даже дешевая. Ну, бесплатная. Давай возьмем. Банка с бабочкой. Давай возьмем. Давай возьмем. Так, все. И я бы, знаешь, кого и что еще взяла? Уточку. Уточку. И вот это можно еще парочку набрать. Что у меня вот тут вот? Да почти ничего. И что у нас здесь? Что-то мне надо? Нет, здесь мне ничего не надо. Все, пока-пока. Спасибо тебе. Спасибо, дорогуша. Все, давай пересаживать. Надеюсь, мы сможем перегородку эту поставить между сразу тех цветов. Или как-то так, я не знаю. Давай, блин, она в инвентаре. Блин. Где оно? Мне это нужно. Сначала вот сюда. Твои семена. Фиолетовый рис. Иди все туда. Вот туда вот. Розовая роза. Посадить ее, кстати, тоже надо. Белая гортензия. Пион. Мак. Роза. Жасмин. Я уж подумала, что пора домой собираться. И я возьму вот это вот. Так, перегородочка. Вот мне интересно, я смогу ее как-то, ну... Или нет? Типа, смотреться она будет отвратительно. Но она будет отвратительно смотреться. Ну, серьезно, куда мне это поставить? Там мне их запихать сюда, что ли? Как мне подходить к ним потом? Ладно, давай пока реально вот так вот сделаем. Смотрится, конечно, убого. Ого! Слушай, да нет, не просто убого. Это просто великолепно. Ну, вот и посмотрим, как оно будет. Вот. Такое себе. Давай, я хочу посмотреть, оно будет виться или... Оно, походу, будет виться. Да, оно вьется.
Ну давай-ка. Давай-ка. Давай-ка польем, польем. Сейчас удобрим. Надеюсь, они очень быстро вырастут. Так, у меня есть удобрение. У меня, по-моему, нет удобрений. Подождите, цветочки, подождите. У меня тут важная миссия. Жасмин первее всех. Сейчас нам нужно. Нам нужно его по заданию. Так, ну, готово. Господи, тут все дают семена опять. О! Пошли, майки, пошли, пошли, пошли разбирать. Так, нам нужно будет кишмиш. Нам нужно будет купить мешок для семян. Денег у нас сейчас маловато. Не сможем купить. Это мой дорогой. Так. Что у нас за задание? Давай посмотрим. Так, поехали, подсолнухи. И нарцисс. И подсолнух. И подсолнух. Хорошо. Подсолнухом мы справимся. Раз подсолнух, два подсолнух. Раз подсолнух, два подсолнух. Пять. Раз. Два. Раз. Два. Угу. Так, и что нам сказали? Какие они красивые. Это розовые? Это розовые. Вау. И что нам еще надо? Нет, дальше. Нарцисс. Что? Все готово. Можешь вставать. Доставить что? А, им семена нужны. Желтый подсолнух, семена, нарцисс. Короче, подсолнух нам нужен 5, нарцисс 2. Ну, поехали. Поехали. И возьмем. Семена. Такого у нас еще не было, кстати. Так, и нарцисс. 2 штуки. Нарцисс 2 штуки. Вот. И нам еще надо, знаешь что? Еще 3 подсолнуха. Ой, 2. Еще 2 подсолнуха. Мян. Такого у нас еще не было с тобой. Угу. А, все? А, мне всего хватило. Отлично. Все, у меня осталось только букет желтого жасмина и черенки жасмина. Вот он пошел. Господи, наконец-то. Спасибо тебе большое. Подсказала мне в комментариях. Ник сейчас не найду. Оно было очень давно. Очень давно, на самом деле. Блин. По прошлым роликам, а прошлый ролик у нас был давно. К сожалению. Оп. Я просто не знаю, насколько сильно вам заходит это. Тик. Тик. Жасминтик. Тик. Тик. Отлично. Тик-тик-тик. Тик. Тик. Сколько у нас жасмина с тобой? Ага, фиг поймем, сколько у нас с тобой жасмина. О, бабочки. Давай куда-то их пристроим. Давай куда-то пристроим бабочек. Вот я думаю, куда пристроить этих прекрасных бабочек. Так, дорожнику, дорожнику, дорожнику тоже думаю. Куда бы сделать дорожнику?
Да, пора домой, я поняла. О! Розовый цикламен. Темно-розовый цикламен. О! Ну это потрясающе. Давай-ка сюда посадим. Так, нам надо полить растения все. Слушай, что-то я забылась. А это моя первая и важная проблема с цветами. Я забываю поливать их. Так, давай заберу. У нас уже, кстати, очень мало места для растений. Нам надо что-то делать. Блин, по-моему, я хотела в этой или следующей, или в какой-то серии уже делать пристановочку с этими розами, нарциссами. Я забыла об этом. Я не готова. Угу. Я не знаю, что куда переставлять. Блин, вот этим еще надо найти место. Они, кстати, очень похожи на жасмин. Они как будто розовый жасмин. Я-то слышу, кто-то дается. Я не могу понять, кто. Розовую розу надо будет посадить. Какая она красивая. Ну, это даже не... Это дико, но она очень красивая. Мы сюда их можем, в принципе, посадить. Смотрится, кстати, ну, неплохо. Отличненько. Красиво. Красота ляпота, так сказать. Давай тогда заодно и вот эти пересадим. Потому что думаю, что это они есть. Ага, это то, что у нас пошло на склад. Ладно, давай. А, семена. Семена. Фиолетовые анютины глаз. Так, черемиц. Давай черемицу посадим. Угу. Что у нас дикая черемица? Давай дикую посадим. Ага. И у нас фиолетовые анютины глаз. Так, это ты. Это ты, вот, красиво очень. Вот так вот сюда. Сейчас вот это все польется. Вот так вот. Дальше, что у нас? Есть оранжевая роза, зеленая черемица. Давай зеленую посадим. Ее, кстати, даже и не видно. Угу. Ну, пока все нормально. Пока все отлично. Тут хотела, что-то забыл. Тут хотела, что-то забыл с тобой. Так, оранжевая роза не нужна, нарцисс не нужен. Подсолнух пока ждем. Оранжевый гербера? Откуда гербера? Тюльпанчик. Вот роза. Бледно-розовый клематис. Вот. Кто такой гербера? Гербера. Гербера. Ты? Ты, по-моему, гербера, да? Слушай, ну, по-моему, ты гербера. Мне кажется, ты гербера. Я не уверена, вот, ну, максимально, но мне кажется, ты гербера. Ты гербера или ты не гербера? Я не знаю, кто ты. Ну, да ладно. Давай возьмем тебя и посадим тебя вот сюда, вот наоборот, на вот эту вот сторону. Оп. Оп. Отличненько. И тебя польем. Хорошо.
Дальше что у нас с тобой? У нас подсолнухи. Ага, нам пока подсолнухи нужны, мы их не трогаем. Нам нужны будут семена, но слушай, вроде бы все пока нормально. А ты кто такой? А это что? За пучок счастья. Слушай, наверное, ошибка у меня. Я, наверное, вот эти должны плестись. Наверное, вот эти должны плестись, да? А не вот эти. Я не знаю. Ну, короче, будет видно. Будет видно. Ну, что поделать. Дальше будет видно. Так, что у нас еще за семена есть? Давай посмотрим. Что ты мне даешь? Какие? Кого? Чери... Что? Что? Подожди, я не успела прочитать. Красная лилия. Темно-красная гортензия, пион, красная роза, белая черемица, оранжевая. Бледный нарцисс, тюльпан, бледный плющ, розовая роза, розовая до центра. Ну, до центра мне, в принципе, не надо. Темно-зеленая фация, красный мак. Понятно. А, черный децентра. Посмотри, вот она, черная децентра. Ёшкин матрёшкин. Ну давай. Видишь, у меня есть такая вот белая. Есть обычная какая-то розовая. Я там лягушонок сидит. Давай сюда, но она закроет все нафиг. У меня чисто здесь просто кустарник какой-то растет и все. Нормально, меня это устраивает. Всё, а вот с розами надо будет разобраться реально в какой-то следующей серии. Их посадить по цветовой гамме. Нарциссы пересадить нафиг. Можно перед ними будет посадить, я думаю. Вот тут прям очень так красиво. Розовое, фиолетовое. О! Это счастье. Так. Опять дождь. Не люблю я дождь, вот, ну не люблю я здесь дожди, ужас. Так, оранжевые черенки подсолнух. Берем. Так, черенки подсолнуха оранжевые. Оранжевые это много. О, посмотри, сколько родителей. Так, давай-ка, собираем. Собираем. Тут очень много где-то. Вот, тебя забираем. Тебя забираем. Ё-моё, сколько родителей. Тебя забираем. Тебя забираем. Тебя. Господи, откуда у меня столько вредителей? Боже ты мой. О, боже, 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 что происходит? Почему здесь столько много всего? Господи, с ума сойти. Что за лилию мне дали? Оранжевая лилия. Ёшкин матрёшкин. Прекрасно. Персиковый амарилис. Господи, это ты у нас, что ли, амарилис? О, боже, еще там вредители. Боже, и вот тут он. О, боже. Ёшкин, матрёшкин, вы что, с ума посходили? Куда столько всего? Так, тут у вас все хорошо. А то здесь столько вредителей. Куда они столько взялись? Так, о, и тут у нас вредители. Так. Здесь нету, ага. Семена. Пец. Вау. Вау. Ты посмотри, какие они бомбезные. Нет, я все же не ошиблась. Они тут цветут. Смотри, как красиво. Вау. Только что-то все равно. Жасмин не хочет расти. Ты посмотри. Я их посадила уже прям к ней и все равно не хотят. А эти, посмотри, как зацвели. Почему они хотят свести? Вот эти вон как пошли.
А они не хотят. А почему? Раз пошла, поползла чуть-чуть. Вот это еле-еле. А эти вообще не хотят. А что с ними происходит? Очень странно. Так, и тут вредители. Хватит, господи, это куча семян, куча вредителей. Что происходит вообще? Черная децентра. Угу, и вы мне семена даете. Да, я еще тут не была, в этой части. О, розово. Желтая роза. О, такой у нас нету. Еще какая-то. Красный нарцисс. Господи, мы сегодня джекпот с тобой словили. Настолько сегодня уникального. Дай возьму. Так, а тут надо уничтожить вредителя. Ой, божечки. Что? Что это у меня? Дикий подсолнух? Ой, красавчик какой. Давай посадим дикий подсолнух. Давай с тобой его посадим. Что у меня еще есть? Красный цикламен, фиолетовая ипомея. По-моему, это ты. По-моему, вот это вот ты, ипомея. А, нет, это большое. О, ага, это оно, но оно не растет. Скорее всего, оно тоже идет по забору. Я уверена в этом. Что у нас еще? Это нам все не надо, хорошо. Так, задание. Доставить черенки подсолнуха. Черенки подсолнух. У меня подсолнух имеется? Или нет? Давай это я как все уберу. Черенки подсолнух. Раз подсолнух. Два подсолнух. А, это дикий подсолнух. Сколько мне надо подсолнуха? Надо что? А, мне надо оранжевый. Оранжевый. А это дикий. Нет, вот оранжевый. А у меня всего один оранжевый. У меня всего один оранжевый. Ну, короче, это надолго. Это у нас с тобой надолго. Фламен вроде это у нас. Блин, сложно. Да господи, вы опять не даете семена. Ну хватит, перестань. Смотри, это жесть. Нет, все, мне надо морально подготовиться, что в следующей серии мы будем делать пересадку растений. У нас куча сейчас новых появилось видов, которые мы можем посадить. А розы я хочу расфигачить, все собрать. И, наверное, посадить у забора. Наверное, у такого забора. Да, потому что они занимают много места. По цветам посадить. Потом перед ними, в принципе, можно посадить нарциссы. Спокойно, я думаю. А, и надо бы где-то грядочку вот такую с заборчиками. Посмотри, они не хотят расти. Я не знаю, почему. Ну вот посмотри. Ну вот вообще не хотят. Вот. Они не хотят, когда эти уже вон как вымахали, какие красивые. Я не понимаю, почему? Эти вплотную стоят. Этот, кстати, не вплотную, наверное, поэтому он не порос.
Давай еще проверим. Мне говорили их несколько раз пересаживать, чтобы они шли. Наверное, так и надо. По паре раз пересаживать. Чтобы они наконец-таки зацвели в своем месте. Пойди, столько давай семян! Пожалуйста. Короче, давай пока возьмем кучу всего, что у нас есть, и пойдем продадим на базарик. Давай-ка. Этим займемся. То, что нам не понадобится, мы это продадим. Например, гортензия мне не нужна, темно-зеленый плющ не нужна, за центром мне не нужна. Дикая роза пока... Если мы будем делать перестановку, лучше не продавать то, что нам понадобится. На самом-то деле. Это продаем спокойно. Розовые забираем, эти забираем. Красный нарцисс оставляем, у нас его нету. Красная линия. Это... У нас еще есть. Угу, давай. А, пошли. О! 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 Розовые тюльпанчики. Ёшкин, моя трёшка. Какая красота. Когда они закончат уже? Я весь день хожу, собираю эти семена. Весь день. Я, по-моему, уже с нее собирала семена. О, господи боже. А нельзя все в один момент просто? Ну, как бы, да. Как бы, да, можно. Что там что-то было? У кого? У тебя? И у тебя? А, я не успела на базар. А что не успела? Я в любой момент могу на базаре своем выставить что угодно. И оно спокойно продастся. Так что поехали. Нам это не надо, это не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Нет, жасмин не нужен, ничего. Это не надо. А что за тюльпан? А лилия? Стоп, а что это у меня? Розовый тюльпан, красная лилия. А ну красную лилию это я могу продать? Все. Нормально. Вот. Думаю, давай-ка на этом переостановимся и продолжим играть уже в следующей серии. Я морально подготовлюсь. И следующая серия у нас довольно будет, наверное, длинная, потому что мы будем это все пересаживать, более-менее наведем порядочек. Как минимум, хотя бы разберемся с розами. Так что все. Все твои подсказочки пиши, пожалуйста, в комментариях, почему жасмин не растет. Я не понимаю, потому что это вырос. Ого, ого, куда? И все с ним потрясно. Ой, это, кстати, по-моему, начинает расти. Ну вот, ход надо пересаживать. Возможно, моя такая догадка. Все, спасибо тебе за просмотр. За твои подсказочки в комментариях. И все. Спасибо тебе большущее еще раз. И не забудь про колокольчик, чтобы приходили уведомления в следующих роликах и стримчиков. Все. Всем пока-пока.